24 мая в органном зале прошло чествование спортсменов, тренеров, персонала и партнеров гандбольного клуба «Скиф», баскетбольного «Нефтяника» и флорбольной команды «Сибирь». Все три коллектива добились высоких результатов в чемпионатах страны. «Сибирь» и «Скиф» завоевали золотые медали, «Нефтяник» – серебряные. Благодаря вам сегодня популярность этих трех видов спорта, она в регионе растет. Она и в целом растет в нашей стране. Но самое главное, наверное, ваше достижение – это те маленькие ребята и девчата, которые, глядя на ваше мастерство, на вашу игру, приходят в спорт. Приходят заниматься физкультурой, и в дальнейшем, я убежден, многие из них будут уже представлять Омскую область в большом спорте. Правительство области, Министерство спорта сделало все возможное для того, чтобы обеспечить ваши выездные соревнования, обеспечить содержание ваших команд. И не только за счет средств областного бюджета, но в большей части за счет средств, привлеченных спонсоров, которые на этот сезон приобрели у нас как минимум уже 4 команды. Это «Нефтяник», да, у нас «Скиф», также волейбольная команда «ОМ» и футбольная команда «Иртыш», которые получили дополнительное финансирование за счет наших спонсоров. В числе почетных гостей праздника также были заместитель председателя правительства Омской области Татьяна Дернова, министр спорта региона Дмитрий Крикорьянцев и его первый заместитель Иван Колесник, а также ректор Белорусского государственного университета физической культуры Сергей Репкин. Под аплодисменты зала Александр Бурков вручил всем, кто внес вклад в общий успех, благодарственные письма губернатора Омской области. Главный тренер команды «Сибирь» Леонид Щукин был удостоен знака отличия за служение Омской области первой степени. В ответ опытный наставник вручил главе региона золотую медаль чемпионата России по флорболу в знак признания его вклада в победу команды. Затем главный тренер баскетбольного «Нефтяника» Елена Лазуткина передала губернатору серебряную награду. Медаль мы вручили за нашу поддержку, потому что правительство Омской области в лице Александра Леонидовича Буркова и Министерства спорта поддерживали нас практически на всех играх. Вот, и как бы нашли нам в этом году еще спонсоров, которые нам тоже финансово помогают. Так что это благодарность за то, что нас любят, к нам обращают внимание, присутствуют на играх, ну и еще показывают по телевизору. Так что думаю, что эта медаль заслуженно вручена нашему губернатору. «Нефтяник» и «Скиф» выполнили поставленные руководством региона задачи и завоевали право выступать в элитных лигах. Подготовку к новому сезону команды начнут в июле.